внукечка переезжает в новый дом. Ну, Куся, ты в новый дом переезжаешь? Да, скажи, к новым родителям еду. В дом сада. А ну тебе, Муся. Муся, в смысле? В смысле? Ты в поезде, да? Да, в поезде. Маленькому кусечку. Уже он в коридор лезет. Ему надо быть везде и всегда. Ты будешь немножко криво сейчас сниматься. Хоть как Мукуса увезет приданое, там стоит его место. Тоже уже видели. Здесь будут люди выходить? А, ему нужно смотреть в коридор, в проход, правильно. Там никто не ходит, сейчас мы на втором этаже сидим. Мука с собой тащит корм сухой. Потом он с собой везет, естественно, шлейку. Винички, помните, ходила в ней? Она ему просто так отлетая сидит. Я ее постирала, она еще немножко сыроватая. Он с собой везет игрушки. Игрушки с собой везет. Кисными волосами. Это вчера новые мы купили игрушки. Просто они, я их распаковала, чтобы запах наш они в себя немножко питали. Вот такую еще игрушку. И вот эту вот обглоданную его любимую игрушку он тоже с собой берет. Он с собой ведет поводок. С собой ведет намордник. Ну, естественно, он с собой ведет мерный стаканчик даже. На всякий случай. Ну, тут еще это его любимые кексики. Его любимые кексики вот эти называются. Они, их все любят у меня. Просто... Ну, он уже скатил. Кексики. Кексики, Макля. Кексики. Ну, это не кексики, это что, печеньки? Печеньки. Да, будешь есть, да. Потом. Вот. Ну, это не самое главное. А, тут еще ему Dental Stick. И много корма. Даже пакетики для как. Но самое важное, что я ночью писала. Я написала договор. Приходит, написала договор. И написала, вот это все я написала, что он любит и как с ним вообще обращаться надо. На случай, если какие-то вопросы возникнут, чтобы они, вернее, не забыли. Это то, что он любит. Это как его воспитывать. Это его рацион. Вот. Ну и договор тоже присутствует в двух экземплярах. И я там написала в этом договоре, что, конечно, ночью в вольере ему нельзя быть. Ну, такой договор. Такой же договор на Барри Аллена. Вот он пищит. Пищит он потому, что он привык делать, что он хочет. У него такой характер. Трющий. Не, он как такса. Ну, конечно, не как такса. Такса намного хитрее. Он просто такой мальчик, сранчик. Еще смешно. А, естественно, все его документы вместе с ним. И вместе с ним его успехи в ринге. Описание его на выставках. Ну, уж кубки я не стала брать с собой, потому что очень они тяжелые. Тут его два паспорта ветеринарных. Интересно, что они сейчас скажут. Ну, думаю, им понравится. А это я написала, как его зовут. Видно, не знаю. Тепло у нас на улице. Только пасмурно. Сейчас на вокзале сидят мало беженцев,
На этом, по крайней мере, на западном вокзале. И там одни мужчины сидят. Там никаких жен с детьми нет. Может быть, они в другом месте где-то ночуют. А эти здесь что-то караулят. Теплый. Какой он теплый. Мукал. Что? А Серли? Что? Nein, ich war nämlich von da gekommen, von der Seite, da weiß ich, das ist alles Baustelle. Jetzt habe ich noch komplett draußen.